Незамысловатые движения знает каждый житель Огонька. Свой гимн здесь сочинили почти 10 лет назад. Им заканчивают все, от концертов до соревнований. 12-летний Женя как раз к последним и готовится. Правда, признался, футбол не его конек. То ли дело лапта. В лагере научили года 4 назад. Приехал, о, давайте в лапту играть. Ну, давайте. Пошло-поехало. Вчера были соревнования по лапте. Мы выиграли второй и третий отряд. Две надел. Снимай теперь последний. Пока мальчишки гоняют мяч, девочки готовятся к предстоящей дискотеке, плетут себе украшения. Будет заодно чем обменяться в конце смены. О том, что до него осталось всего неделя, Даша думает с сожалением. Расстается с Огоньком она уже в третий раз. И каждый глаза на мокром месте. Мы все очень сильно сдружились, вот, особенно с первым отрядом, со вторым, со старшими отрядами. Мы все тут друзья, все одна семья. Когда мы уезжаем, ну, вообще не хочется расставаться. Мы все плачем. Раз, два, мы не ели, 3-4, есть хотим. Открывайте шире двери, а то поразобьем. Впрочем, для слез пора еще не пришла. Самое время пообедать. Повара в Огоньке найдут путь к желудку любого привереды. За смену блюда ни разу не повторяются. Только борщей здесь не меньше 4 видов. А еще курица с орехами, котлетки с кабачком «Огонек» и творожные шарики российские. Туда входит начинка вовнутрь, ни сверху, ни снизу входит вовнутрь. То есть идет туда изюм и джем. Все это закатывается в колобочек, обмакивается, то есть манку. И обжаривается, получается, как персик, кругленький персиковый цвет. Желающих отведать эти блюда и отдохнуть на свежем воздухе хоть отбавляй. Путевки на вторую смену раскуплены все до одной, а вот места на третьей еще есть. Однако родителям стоит поторопиться. Юлия Мишурнова, Александр Матвеев, программа «Город».